Привет, ребята! Привет, ребята! Ребята, мы хотим вам показать игровой набор Свинки Пеппа. Биби. Машинка приехала, папа Свин привез всю свою семью на пикник. И теперь они будут кушать. Давай кушать. Джордж выходит, берет чашку и пьет. Пьет. И Пеппа, давай, ты бери Пеппу, давай пить вместе. Все, попили. Теперь папа Свин подходит с мамой. С мамой Свин тоже приходим. Давай тоже будем с бокала пить что-нибудь. Держи бокал тебе. И маме Свине. Давай пить. Все, попили. Да? А торт будем кушать? Да. Пеппа хочет торт поесть. И Джордж тоже очень сильно любит торт. Давай, ням-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 ням. Все, поели тортик. А теперь же надо запить. У нас есть сок. Разный. Молоко. Молоко есть. Это все берем. Наливаем в чашки. И теперь пьем. Давай пить теперь с чашек. Как вкусно. Все, попили. Можно садиться в машину. Давай, теперь Пеппа и Джордж сели в машину. Мама свинья села тоже в машину. И папа свин. Но оказывается, а кто же будет собирать пикник, чтобы все домой забрать? Значит, как всегда, достается все папе свину. Да, берем корзину и все. И все будем теперь складывать в корзину все вещи. Папа Свин начинает складывать все в корзину. Нет. Давай, складывай. Вот так, нет. Все продукты. Сейчас папа Свин подгонит машину задом. Все, откроет багажник, выйдет. И начнет все складывать в багажник. Все, что не влезло в корзину, будет все складывать в багажник. Вот так вот. Все, багажник полный. Все остальное еще в машину, да, положим? Вот так вот. Давай корзину тоже багажник, поставим в машину. Давай. Потому что багажник уже не влазит, уже машина полная. Все, садится папа Свин. Не-не-не-не, подожди. И поехали домой. Ой, подойди. И поехали всей семьей домой. Вот такие вот игрушки. Все, маши, ребятам, пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Тати Гуаси.